Всем привет, друзья! Это третья часть Outlast, и мы продолжаем играть. И мы нашли выход все-таки из той ситуации. Так, закрываем дверь. Смотрим, что у нас здесь. Батарейка. Так, люк. Доберитесь до радио в тюрьме. Окей. Так, давайте побежим. Камеру мы перезарядим и побежим дальше. А что еще делать? У меня нет выхода. Мне придется пройти до конца. Блин. Да что ж такое, ребят, что за фигня? Мы вернулись на ту же самую местность. Какого черта? Какого черта? Ну какого? Ну ёпта. Я не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Возможно, нам не надо было бы этот лифт, обязательно туда вон, и там и оставаться. Просто что-то тут не то. Почему он меня не перекинул на другой этаж? Должен меня поднять там, я не знаю, наверх или еще чего. Почему именно тот? И, блин, тот же самый лабиринт. Блин, ну реально запутаться можно. Да ёб, беги ты. О! Сука! Сломал дверь. А я убегу пока. Фух, я не знаю, куда мы опять... Да ёб... Или это новое... А, нет, это новое. Я думал, мы обратно вернулись. Нет, это новое. Хорошо. Так, быстро он у нас загрузился. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Так. Так, тут лучше камерой не пользоваться. Посмотрим так. Какой-то лес. А, это мы на улицу вышли. Понятно. Так, вот ворота. Мы продолжаем идти. Так. Фу, воу. Что это такое было? А что это такое было? Я не понял. Мы тут были, интересно. Что-то тут непонятное творится. Так. Ну, давайте рассуждать логически. Тут мы вроде были. Ну, видимо, оттуда и пришли. За нами гонит какой-то чудак. Так, паркур. Воу. А что мне делать-то? А, где? Так. Чё? И опять мы куда-то в больницу вышли. Батарейка. Берлин. Пригодится нам батарейка. Так. К сожалению, нам камера тут не помогает вообще. Тут, блин, заблудиться можно только. Чем так сделано, непонятно.
Если честно, я уже заблудился. Сейчас будем как-то выбираться отсюда. Нет, нет, нет. Ты не будешь, нет. Что я не буду? Ага, он нас запер. И что нам делать? Обходить? Да, это долгое дело. Да что ж за фигня, а? Тут нам ничего не надо сделать. А как же нам попасть-то, а? Камера нам тут вообще ничего не делает. Пипец, блин. Замыло. Так, ну тут это понятно. Блин, даже непонятно. А? Должно нам все-таки вернуться. Помахнулся. Лалка. Лалка. Так. Давайте сюда подбежим все-таки. Где-то тут должен быть выход, разве нет? Неужели мы так и останемся вот тут? Какой-то выход тут должен быть. Вот где он? Так, интересный вопрос. Его нас запер. Так, мы теперь перелезем. Ключ. И тут нельзя перелезть. Дождите минутку. Так, мы наконец прошли этот туман. Твою ж дивизию. Беги, 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 беги. Красава. Телефончик. Батарейка. Так, и что дальше? Он где-то тут должен быть выход отсюда. Разве нет? Видимо, нет. Ладно. Берем батарейку. И бежим вон туда. Куда, блин? Так, эти ящики тоже нельзя подвинуть. Что-то странное. Не, нельзя. Окно. Да what the fuck? Не знаю, может... Да нет. Ой-о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 й
Так. Вроде бы все понятно. Тут где-то должна быть дверь. Что? А куда он побежал? Давайте мы за ним. Вернись, падла. Ну, понятно. Он нас завел в какую-то гущ. Я за ним побежал. Так, мы, значит, вот отсюда. Пошли сюда. Перепрыгнули. То бишь обратно. Так. Бежали сюда. И вот тут вот мы должны как-то куда-то пойти. Так. Все-таки запутанно сделали они. Прям вообще. Это удивительно. Как тут все запутано. Предположим, прыгнули мы сюда. Пока. Опа-на. Идем в канализацию, забираемся. И чё, как бы? Что дальше? Ага! Я так и знал, что мы на верном пути.
Так. Перепрыгиваем. Молодец. Так. Блин. Ага, вот дверь. Сейчас мы ее закроем. Насколько я знаю, тут сейчас должны быть больные. Вроде бы. Где-то. Ага, вот он. Ух ты, ёп! Что это было? Какого? Я не могу понять, что это, блядь, было. То бишь мне не надо на них попадаться, что ли? Или что? Давайте вот тут все смотрим. Но тут нереально все смотреть, поскольку тут туман этот мешает, блин. Ой, блин. Так. Ну, по-видимому, нам все-таки туда. И надо как-то обойти этих дебилов. Да блин. Да что ж. Чё-то я опять заблудился. Извиняйте. Ты ё... Туман, ну зачем ты здесь? Не надо так. Так, мы их нашли. Вот они. Сейчас мы от них убежим, что ли? Так, не знаю куда. Вроде бы мы на верном пути. Твою мать. Ну тут жесток, конечно, зашкаливает. Нет. Иди нафиг. Нафиг иди. Нафиг иди. Надо тут убежать. Залазь. Ну вот. Вроде бы мы прошли. Так. Сюда мы не сможем. Вот сюда вот сможем. Вот листочка. Добираемся. Так, ну нет, тут должно быть какое-то взаимодействие, разве нет? Что-то подобное должно быть. Какой-нибудь поворот, я не знаю. Воу. Нашему паку все пофиг. Как бежал, так и бежит. Давайте выше залезем. Нам-то что? Не доверяем, не доверяем. Ну окей. Я никому не доверяю, кроме самого себя. Ёпта. Блин. Тут жестоко зашкаливает. Так, сейчас, видимо, дверь поломают. Нам я сюда. Закрываем. И чё, как бы? Ага, радио. Ну вот, мы добрались до радио. Опа, я так и знал, что это он. Падла, а. Сучка. Вейлен? Гантон. Да, Вейлен Парк, и что? Да, не мог. Это жаха будет. Do me a favor and die here, Park.
Так, и мы продолжаем. Во, что там такое было? Кого-то выкинули. О, пуш! Не-не-не-не-не-не, ты нам не нужен. Ты не нужен нам! Нах, пошел. Да твою ж дивизию. Но пуш он, наверное, не будет прыгать. Так, хорошо. Мы нашли выход из этой ситуации. Идем. Сюда идем. Угу. Ломай. Ломай ее полностью. Ха. Так. Ебать. Ёп. Так. Новая цель, подумать. Не-не-не-не, так, нет. Давайте мы тут все следуем, как следует. Потому что опять сейчас где-нибудь запоримся. Ну, я же сказал. Угу. Воу! Не ожидал. Воу-воу-воу-воу, идите нафиг. Сюда. Где? А, вот же. Ну и что там? Что нет? Так, что бы еще сказать там? Фак ю. А я убежал. Так. Ранение, значит, что сейчас будет страшное. А может уже кто-то забудет за мной. Стоп, не закрыто. Так. У нас опять кончается батарейка. Давайте мы ее перезарядим пока что. Да прыгай ты, дурак. Ага, вот. Так, и мы, и где мы, блин, мы в темноте, ну ё-мана в рот, мы бежим, открываем дверь, бежим вниз, повидим я на верном пути. По-видимому. Ого, что тут было круто. Ха. Ладно, хорош дырочек. Так, давайте туда полезем. Опять канализация. Так, тут без камеры нельзя. Что там? Да ладно вам. Давайте вперед, что ли, побежим, а не что делать. Так, вперед закрыт. А тут открыта дверь. Давайте посмотрим, что тут. Тут генератор. А, батарейка. Угу. Что у нас здесь? У нас закрыта дверь. Записка. Тоже мы без нее. Да блин, да вы что, опять что ли? Хорошо, хоть нет тумана. О, вот тут мы вроде не были. Да, мы тут не были. Что-то новенькое. Так, рычажок. Что он нам дал? Что такое? Что? Где? Ха! Что он нам делает? Лалк.
что это рычаг сделал, я так и не понял. Так, ну ладно. Предположим. Давайте все-таки еще раз вернемся, посмотрим более-менее. Это, думаю, я что-то пропустил. А может, нет. Так, меняем. Опять ключ. Ну, блин. Ладно, друзья, хватит на сегодня Outlast'а. Просто это реально страшная игра. Не советую в нее играть. Ночью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ожидайте четвертую часть. Как будет время, обязательно сделаю. Всем пока.